Так, у нас тут котенок. Ой, боже мой. Совсем кроха. Найден в мусорном баке, да? Поел? Поел. Ну, плохо. Плохо ест, да? Может быть, просто... А что не в тепле? Он холодный. Он не был в тепле. Холодный. Надо прям этот самый... Бутылка, чтобы у него была... Мы уже поели. Мы даже умеем мурчать. Представляете, он мурчит, боже мой. Мурчит. Маленький путешественник. Едем работать. В первую очередь поедем кошку домой пристраивать, отвозить, да? Вот, доброе дело сделаем. Кошечки нашли дом. Сейчас мы ее отвезем домой, да? Все, перекусили перед дорогой. Все, ты спать, а я ехать, да? Потом в приют поедем. Ну что, мы пристроили кошку. Ребенок дрыхнет кверху бусом. Вытянув лапы. Все нормально. Поехали встречать собак. Эй, сучерек в дауле? А? А, ты смотри, собираемся на стерилизацию. На узадщимся, куда мне потом уже. Сейчас упадет, да? Сейчас свалится. Ты куда ты лезешь? Ты что? Получили от Вики подарок. Молоко для котят. Это для Алекса. Все тут сосочки. Ложечки. Сейчас будем разбираться. Вот такое молоко. Будем разбираться и кормить Алекса, который сейчас спит. Так,
Что касается Алекса, поясню сейчас, объясню всем. Значит, вот так вот он со мной ездит, и не только ездит, собственно, и дома, когда он в переноске всегда, пока ограничено его пространство переноской. Значит, у нас тут с собой две бутылки, одна основная, одна запасная, на всякий случай. Значит, он лежит на несколько слоев пеленок, обязательно грелка горячая под, вот. Кстати, спасибо большое немецким друзьям, подарили нам такую грелочку, вот. В общем, тут она прикрыта, еще слой у нас двойной пеленки. И так вот он, наполовину у него грелка. Почему? Потому что если ему жарко становится, он переползает на эту половину. Почему он всегда с грелкой? Потому что котята этого возраста не могут еще температуру держать. Вот. Но у него есть варианты. Когда ему холодно, он лезет на грелку. Когда ему жарко, он переползает сюда. Вот так вот бутылки ездят с ним. Почему у него нет никаких меховых тряпочек, кусочков, там, я не знаю, и всего остального, почему у него нет меха? Потому что он писается постоянно, и я каждый день меняю пеленки, я их выбрасываю. А если что, это будет меховое, на мокром он спать, ну, тоже как бы не... Поэтому пеленки, ему тепло, ему мягко, ему хорошо. Никаких мехов, ничего ему не нужно. Он, если не голодный, он спокойно ложится и спит. Ну, если голодный, соответственно, он просит кушать. Вот так вот лезет, орет. Сейчас вот мы будем кушать. Собственно, мы уже выехали, но нам вот тут приспичило покушать. Хотя недавно ел. Да, Алекс? Ну вот куда ты лезешь? Давай, все. Все, сейчас кормить буду. Просыпаемся потихоньку. Сейчас будем кушать. Что, нам не спится? Крутишься. Эй, эй. Ай, ты зевака маленькая. Уже ищет, ищет. Кушать пора. Сейчас будем кушать. Уже один глаз видно. Один, кстати, надо капать. Прям немножко это прикрытый. Гнойчик немножко. Ну что, Алекс уже слышит. Ушки уже у него раскрылись. Он уже просыпается на звук. Он уже начинает видеть немножко, уже пытается сфокусировать на мне свой взгляд. Ну, такое неугомонное хозяйство. Вот, несколько раз поел, и все равно выпустите его куда-то, он пойдет. Что хочу, не знаю. В туалет сходили, поели несколько раз. Все, все, иди спать. Поехали работать. Да. Помаши всем привет, скажи привет всем. Да? Глазки свои покажи. Ой, неугомонный какой. Ну что ж ты такой неугомонный, а? Все, все, спать давай. Вот это что за поведение, а? Что это такое? Только поел. Спать ложись. Замуровали, замуровали. Сейчас, сейчас, подожди, выйду. Алекс, Алекс. У него дневной сон, тенечки вот у Лили в машине спит. Ну, будить не будем, просто показала вам, что малыш растет, кушает хорошо. Ну, дай бог, чтобы все было здорово у него.